Следственный комитет Беларуси оценит действия коммунальных служб в деле об убийстве 6 человек в Могилеве. Накануне там задержали 2 мужчин и женщину. Подельники искали одиноких людей, ведущих асоциальный образ жизни, заключали с ними договор на недвижимость, а потом исчезали. Выйти на след черных риэлторов удалось, когда преступники готовили покушение на очередную жертву. В итоге правоохранители задержали супружескую пару, которая уже была судима за мошенничество. Злоумышленника взяли, когда они везли в лес очередную жертву. Меняемая на сегодняшний день. Жители города Могилева оказывали своего рода риэлторские услуги лицам, ведущим, как правило, асоциальный образ жизни. Указанные лица продавали свои квартиры, совершали сделки купли-продажи, получали деньги, и обвиняемые под различными предлогами вывозили их в лесной массив города Могилева, где совершали их убийство путем удушения. В Следственном комитете обратили внимание на то, что на кладбище в Могилевском районе, где нашли тела, не было системы и учета захоронений. Идет следствие.